Well, давайте начнем. So, brief comment after the game. Oh, it was a hard game, really, really hard battle. Third road game for us. Really good opponent, speedy team, skillful players. We gave today everything what we had. So, 1 point, road game against Cal. It's of course, I'm disappointed that we couldn't win, but we gave everything today what we had. А сегодня получилась настоящая битва против такого серьезного соперника, как СКА, мастеровитого соперника. Мы очень, я лично очень сильно расстроен тем, что мы набираем сегодня лишь одно очко, потому что мы могли выиграть. Но однако стоит отметить, что мы, к сожалению, свои шансы не использовали, соперник сумел сегодня выиграть. Можно начинать? Да, конечно, Азамат. Да, здравствуйте, Томми, Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Первый вопрос. Салават был медленнее СКА во второй половине матча. Есть ли проблемы с физикой у команды? Салават был немного slower than SKA. Есть ли проблемы с физической кондицией? No, I don't think so. I mean, like I said, SKA is maybe one of the fastest team in this league. And home game for them. And I think we defended well. We stayed inside. And I don't think so. Не могу, даже не соглашусь, потому что СКА, во-первых, одна из самых, наверное, быстрых команд в лиге, и мы вполне хорошо справлялись с их скоростями и держали их от наших ворот подальше, поэтому думаю, что нам, в принципе, удалось на этих скоростях играть вместе со СКА. Была ли эта игра особенно сложной из-за форчекинга и скорости СКА? Пытались ли вы преодолеть это за счет забросов за ворот соперника? Повтори, пожалуйста, первую часть вопроса, не услышал это. Была ли эта игра особенной из-за прессинга, из-за форчекинга и скорости СКА? Пытались ли вы это преодолеть за счет забросов за ворота соперника? So, what you can say about dumping the puck opponent was some exception of the game because it's tried to. Yeah, it's the rink is narrow here. It's only 26 meters wide. And game is a little bit different. Because we knew that speed is skillful team. We didn't want to lose pucks neutral zone, so we wanted to put puck behind the opponent's D man, and that was a game plan for us today. And I think it's worked pretty well. Да, это была часть нашего плана сегодняшней игры. В принципе, у нас работало хорошо. Мы старались забрасывать шайбу за спину соперника, защитником соперника, потому что мы прекрасно понимали, что данная площадка она меньше, чем у нас в том числе. Поэтому мы старались. Это была одна из частей нашего плана на сегодняшнюю игру. Сыграть именно так, как вы сказали. Почему Кольдов не играл? Кольдов, he has an injury and we didn't want to take any risk today. Мы не хотели сегодня рисковать, у Кольдова есть повреждение. Долго Воробьев не играет. Есть ли какая-то вероятность его обмена? Это последний вопрос. Спасибо. Is any possibility of trade Воробьев I think our management give answers for questions like this. I just try to coach. Я думаю, что такие вопросы отвечает менеджмент. В данном случае я лишь тренер, который тренирует команду. Коллеги, еще вопросы есть? Еще вопросов нет? Спасибо большое. Добрый вечер. Надеюсь, нас слышно. Валерий Николаевич Бракин, как обычно, комментарий. Значит, неважное начало, потом два хороших периода с нашей стороны. С 0-2 вытащили игру и, в общем, проявили характер и в овертайме выиграли. Молодцы ребята, я их поблагодарил после игры, что достали из себя эмоции и более активно сыграли. Самое главное, что очень важная победа для нас. Задавайте вопросы, пожалуйста. Да, Валерий Николаевич, добрый вечер, с победой. И вопрос с известий. Конечно, хорошо, когда в команде 4 голкипера высокого уровня, но вот у вас есть все-таки понимание, там, когда вы уже будете определяться с тем, кто будет основным, там, или только ближе к плей-оффу имеет смысл эти вопросы задавать? Ну, конечно, плей-офф ближе, потому что сейчас Аскаров выезжает на чемпионат мира молодежный, поэтому остается 3 у нас вратаря. И кто на данный момент лучше готов, тот и будет играть.
Да, и вот по Аскарову тоже вопрос. Чуть больше месяца остается до молодежного чемпионата мира. Он успеет в своем клубе практику получить или, может быть, высшую лигу его отправите, чтобы он там побольше поиграл? Получаете, если вы сами видите, уже второй матч у него практически. Поэтому я думаю, пока здесь работает. Спасибо. Еще будут вопросы, коллеги? Олег Николаевич, такой вот неожиданный вам вопрос. А был ли особенный матч этот для вас с той точки зрения, что тут, как выяснилось, 16 ноября 1997 года вы впервые выступили в качестве главного тренера клуба Суперлиги? Я эту дату даже и не знаю, и не помню, и поэтому никаких тут совпадений там, так скажем, даже и в мыслях нет. Как подсказали, это был химик ЦСКА-2. Тогда вы в качестве исполняющего обязанности вывели воскресенцев на почти родной клуб, вывели на лед в качестве исполняющего. Спасибо, что напомнили. Теперь буду знать. Еще, если позволите, вопрос. Вот по вратарям вы все-таки решились Бердина заменить после первого. Все-таки считаете, это вот лягушка, которая к нему заскакала, она его так психологически надломила немножко? Ну, я не знаю, тут такой тонкий вопрос, может, голкипер и такая она зона, куда, в общем-то, сложно залезть и понять. Но просто хотелось немножко что-то поменять, перевернуть, поэтому и в перерыве поменяли вратаря. Валерий Николаевич, если позволите, вы сказали про второй и третий период, что действительно очень хорошо команда их провела, но все же, возвращаясь к первому, наверняка на разборе будете уделять этому внимание. Почему такой не совсем удачный первый период? Конечно, будем разбираться, в чем, может быть, не знаю, подготовка, может быть, не знаю, выходной день повлиял как-то. Значит, будем думать, анализировать, и чтобы больше такого не повторялось. Если вопросов больше нет, спасибо. Перейдем к гостям. Там будут игроки. Коллеги, мы готовы продолжать. Владислав Картаев, подача какие-то клубы Хабу Лайф, ответить на ваши вопросы. Давайте начнем с общих вопросов по игре. Тяжелая игра была. Третья на выезде. Вот. Но в первом периоде забили две. Инициатива была у нас. Вот. Во втором удаление чуть-чуть нас выбили из колеи и пропустили один гол. Ну, вроде старались держать игру, играть в хоккей, но не дотерпели немного. Вот. Так старались выполнить установку тренера. Вот, сделать поменьше ошибок в своей зоне, выходить просто из своей зоны. Но чуть-чуть не дотерпели, ну и вертаем там. Не знаю, как нелепо как-то получилось-то. Коллеги, если готовы, можно задавать вопросы. Добрый вечер. Азамат Шелуков, медиакарсеть. Вы сказали, не дотерпели. Получается, при счете 2-1 хотели засушить игру? Почему бы и нет? В принципе, если бы засушили, то выиграли бы, был бы хороший результат. Но сыграть аккуратно, внимательно, без ошибок, вот в своей зоне. Не попасться на контратаку, они потому что сегодня старались, ждали нашей просто ошибки, когда мы выкидываем шайбу из-за ворот, допустим, и они хотели убежать в контратаку против нас. Но вот так сыграть третьим нападающим сверху. Ну там второй гол, когда забивали, там в зоне в своей долго играли, ребята уже подустали, вот и так получилось. Можно ли функциональную готовность назвать одной из причин поражения? Потому что после «Динамо» Кадейкин так объяснял то, что два периода против «Динамо» не могли толком развернуть позиционки. И сегодня тоже во второй половине матча явно не успевали за «Питером». Ну, не знаю. Мы хорошо поработали в паузу. Вот.
были готовы физически. Ну, то, что третья игра на выезде, плюс в Питере всегда тяжело даются игры. Вот. Как бы, поэтому, ну, я не думаю, что это все, что они были физически сильнее нас. Как бы. Вот. Где-то, может быть, на пересменке они могли нас поймать, где-то, может быть, в меньшинстве мы чуть-чуть могли поднаесться, но так, чтобы они прям на голову были сильнее нас физически, не было такого. Ряд 5 игр Салават проигрывает по вбрасываниям. Вас, как центрального, напрягает этот компонент? Ну, конечно, хочется сыграть каждый раз как можно лучше, выиграть. Но вы же понимаете, что не всегда, не каждую игру получается у тебя выигрывать. Конечно, ты выходишь, стараешься. Там выходят такие же ребята и также хотят выиграть. Так что ну, ты стараешься, рубишься, пытаешься выиграть. Но я думаю, что мы потянем этот компонент центрально. И последний от меня вопрос. Как в целом подытожите выезд? Спасибо, у меня все. Ну, могли, конечно, сыграть лучше, взять больше очков. Даже сегодня, если бы до конца доиграли, бы дотерпели этот матч, то был бы хороший результат. Вот. Ну так, 50% с выезда. Дома, я думаю, нужно сейчас приехать и биться за все очки. Коллеги, если вопросов нет, то спасибо большое. Вот. Оскар Фантенберг на связи. Short comment about the game. We started pretty bad in the first period, but I think we stepped it up in the second and obviously in the third. So big win coming back. Shows a lot of character in the team. So build from that, but solid, it's a good team, so take the win and go forward from there. Ну, понятно, что сегодня, к сожалению, плохо начали. Первый период никак себе в актив занести не можем, но при этом и второй, и третий период нам удались. Хорошо, что смогли вернуться в игру, одержать победу, проявили действительно характер. Надо все хорошее из этой игры взять, запомнить и двигаться дальше. Вопрос, пожалуйста. Подключайте микрофоны. Мы вас слушаем внимательно. Хотелось бы спросить в целом об ощущениях от новой команды. Насколько успели освоиться и как вам вообще все жизнь? Oscar, would you please share your overall impressions from the new team? How is the adaptation process going? It's been good. They treated me really well. Good team, good teammates, good organization. So it's been first class from day one. So I feel welcome and from just going to get into the more games and get into the shape in games. But overall, I think they treated me really well enough. Feel like I'm belong here in the team, so it's been good. Меня очень здорово приняли. Классная организация, классные партнеры, классный коллектив. В общем, все с первого дня пошло по высшему разряду. Что касается формы, то тут, конечно, есть куда расти. Я надеюсь, что чем больше матчей буду проводить, тем лучше будет моя спортивная форма. Но в целом все очень позитивно сейчас. Оскар, у вас сегодня, можно сказать, первый такой матч в КХЛ против действительно серьезного соперника. Вот можно сказать, что именно с матча против Салавата вы прочувствовали уровень серьезных соперников в КХЛ? Оскар, today was your first matchup against a top opponent in the KHL. Would it be right to say that... Today was really the first. How would you estimate the KHL level when we speak about like
top opponents like Salavat Yulai? Yeah, it's a good team. I think they're probably one of the top teams in the league. So it was probably the first time I played against the top team. So they're really skilled. They have a first line that's really good from the Finland here. So it was good we get a win, but I think we can work on some stuff and get better along the way here. But a win is always a win, and we keep building from that. Ну, действительно, Салават классный соперник. Многое нам сначала не удавалось. Безусловно, проблемы, то есть на фоне таких соперников лучше видны проблемы в нашей собственной игре. И, как я уже говорил, то хорошее, что у нас было нужно взять и двигаться дальше. Не секрет, что у Салавата 50% шайб – это первое звено, первая тройка их. Что вам конкретно говорили как защитникам тренера и как против них действовать? The first line of Салават scores almost half of points in their team. Was it some special focus from the coaches when preparing for Salavat Yulaev? For you as a defender, how to react to Salavat's first line? No, I think our line with campaign and stuff, they took care of him pretty good. Obviously, they have it's a good skilled line, but as a defenseman, you have to take away time and space and stay close to them and play tough against them so they don't get so much time with the puck. That's the only thing that we have to work on as a whole team. But other than that, just the whole team did a pretty good job against them. Ну, могу сказать, что мы старались играть плотно, не давать пространства, как можно жестче действовать не только против первого звена нападения Салавата, но и против всей команды. И касается это, на самом деле, не только защитников, но и наших нападающих тоже, потому что мы стараемся атаковать и защищаться всей командой. И еще такой вопрос. Вот в СКА какое-то очень большое количество защитников и возрастных, и молодых. В этой связи лично вам сложнее было в НХЛ пробиваться там в Лос-Анджелесе или в Ванкувере в основной состав, или в СКА, вот по ощущениям? How would you estimate the level of competition inside SKA defenders? We have, so the journalist asks, a lot of defenders or young defenders and more experienced. How would you estimate the level of competition comparing to the one that you had in the NHL? I think it's a good, we have a lot of good defensemen here, and I think that's a good thing for the whole team to battle against, to get some more ice time and battle against each other and help each other to get better out there in practices and stuff. So I think that's a good thing that we have a lot of defensemen that can play in this league. And obviously it's a little bit different from NHL, but I think we have a good team and a good defenseman line. So I think that's a good thing that we can help each other out in practices and keep building from that and get better as a team too. Да, действительно, у нас много защитников и много высококлассных защитников, что важно и для нас, как для команды, это, безусловно, положительная штука. Это и конкуренция, это здорово, и в тренировочном процессе это тоже классно. Не только для нас, но для защитников отдельно, но и для всей команды. Да, в НХЛ ситуация немножко иная была в командах, в которых я играл, но в целом, еще раз повторюсь, для нас это, как для команды, это позитивный момент. Если это все, спасибо большое. Thank you very much. Спасибо большое. Антон Бурдасов, пожалуйста, твои впечатления о прошедшем матче? Хорошая игра со стороны Салавата, с нашей стороны. Я думаю, что этот матч было очень интересно смотреть. Как на стадионе, так и по телевизору. Игра две атакующие команды с хорошим техническим
какой-то потенциал, что ли. Вот. Поэтому хорошо, что вы победили, нашли силы переломить. Пожалуйста, задавайте вопросы. Антон, после долгой паузы выходите еще на команду, которая вам, скажем так, не безразлична. Как старались перед этой игрой больше себя эмоционально взвинтить, да, что, либо наоборот загасить лишние эмоции, чтобы не напарить в игре? Да, не первый раз, поэтому я профессионал, просто выходил на обычный матч, да, там много друзей у меня, поэтому ничего такого сверхъестественного не было. Готовился к обычной игре. Добрый вечер. Азамат Жалуков, Метя Корсеть. Большую часть матча СКА был быстрее, чем Салават. Хотели ли физикой задавить соперника во второй половине встречи? Ну, не знаю, просто мы, в принципе, играли свой хоккей, который играли все матчи. Стараемся тот играть хоккей, который требует нас тренера. Вот, быстрый, 5 вперед, 5 назад. Поэтому мы так будем играть с какой-то, ну, со всеми командами, да, и кого-то получается задавить, кто-то выдерживает. Посмотрим. Так сегодня совпало, что у вас 2 гола, у Ткачева гол, то есть все 3 шайбы забросили бывшие игроки Салавата. Салавату плюс Бердин, уфимец еще. Вы как-то обсуждали это после игры или, может быть, перед матчем, то, что, мол, такое совпадение? Да нет, ничего не обсуждали. Я говорю, вышли на обычный рейдовый матч, просто хотели победить. Все. Как и в других матчах. Если вопросов больше нет, спасибо. Увидимся после. Один вопрос, Антон, если можно. Вот по Бердину, все-таки, да, такая очень обидная, конечно, к нему заскочила первая, да, вот что сказали в перерыве, может быть, шуткой постарались его успокоить или как бы наоборот оставили в покое парня? Да, Берд тоже, я думаю, профессионал, его не должны такие голы как-то выводить из равновесия, да, курьезный действительно гол, да, но я не видел, честно, этот гол, потому что передо мной стояли ребята, которые должны были выходить, и я пропустил этот момент. Посмотрю потом в повторе. Спасибо.